Всем привет! Сегодня хотела записать влог. Думала даже записать расхламление, потому что мне надо еще кое-какие шкафы разобрать на кухне. Но день пошел не по плану. Дети притащили маленького котенка. Сначала Кейси одна уходила гулять. Прибежала домой, рассказывает, что там между многоэтажками нашелся котенок. И так как у нас то кошки есть, прибежала взять ему покушать. Ну, я как узнала, что это еще совсем маленький котенок, говорит, меньше, чем у нас. Я ей намешала молока. У меня тоже еще сухой корм, сухое молоко стояло для котят. Намешала ей молока, дала ей мяско, и она потащила его кормить. Потом убежали они вместе с Дэвидом, прибегают, притащили котенка этого. Он у нее в кофте спит, кушать он только молоко еще кушал, мясо даже не ел. И он, правда, он такой маленький был. Я вот не знала, сколько ему, ну, наверное, между 4 недели и максимально 6 недель ему. Что делать? Даже вот сердце кровью обливается. Она сказала, что соседи, которые его немного подкармливали, взять его не могут, папа не разрешает. И что или его в Тиргайм повезут, или неизвестно что. Ну, мы так не можем котенка бросить, такого малюсенького, чтобы он ночами где-то на улице был. Думали, как помочь, так как у нас все-таки опыт есть, у нас кошки есть. И думали, одного больше или меньше, разницы не будет, возьмем. Но так как он все-таки был какое-то время уже на улице, так он вроде неплохо выглядел, но сразу видно было, что у него ушки все были черные. Как бы все равно мне надо было, как это называется, по-русски даже забыла опять. В общем, я, конечно, тоже сразу думаю, что мои кошки домашние, и не дай бог они чего-нибудь подхватят, так как мы их не прививаем, что они домашние, и, ну, все-таки опасно. В общем, план был такой: свозить его к ветеринару, чтобы он его проверил, чтобы знать, что у него, ну, как вот, допустим, с ушами и всякое такое, чтобы уже знать, как дальше быть с нашими кошками, чтобы они ничего не подхватили. Хотя я ветеринарам так шибко не доверяю, но в этом случае я просто хотела его проверить, чтобы, говорю, безопасно было для наших кошек. И, в общем, я позвонила, мне дали сразу же термин через 45 минут. Мы котенка взяли и поехали к ветеринару. Ветеринарша. Я у нее уже была, и Дениска у нее раз был. Она мне вроде показалась неплохая. Но сейчас как-то все-таки мне было немного не по себе. Она как-то, опять же, ну, не то, что высокомерно, я бы так не сказала, но, в общем, опять такое чувство было, что она как бы хочет предложить это, предложить то. Я понимаю, что котенок, конечно, нуждается в чем-то сейчас. Насчет ушек я сразу сказала, она ему промыла ушки, но это надо повторять через 10 недель, она сказала. И как бы у него еще неизвестно, может быть, еще какая-то у него болезнь есть, которая даже переходит. Как бы
Если кошки привитые, тогда ничего страшного, но в нашем случае он может заразить наших кошек. И ушки, вот это вот мильбен, я не знаю, как по-русски называется, но это типа какой-то ушной клещ, или я не знаю, как это назвать. В общем, это тоже может перейти. Хоть она это и как бы помыла, но, конечно, личинки еще могут остаться. Поэтому я это все послушала. Так как котенок не наш, и мы, конечно, хотели ему спасти жизнь, просто не дать ему умереть на улице. Но какие она мне начала потом, конечно, уже суммы называть, я, конечно, уже подумала и пришлось отказаться. В общем, мы начали ему тут же искать, куда его приютить, кто его, может, себе возьмет или хотя бы на время, так как мы его с нашими кошками держать бы не смогли. Но хорошо, что все-таки сейчас такие возможности быстренько в телефон выложить и обратиться к кому-то, может, кому-то надо. И, в общем, Дэвида друг нашел ему новую семью, которые очень долго уже хотели кошечку. А так как кошки сейчас тем более еще и дорогие, и их бесплатно никто не отдает, а этого котенка мы не хотели даже ни продавать, ничего, зачем это надо, это не наш котенок, мы хотели ему просто спасти жизнь, поэтому опять, и самое главное было, чтобы он, конечно, желательно еще сегодня нашел новые руки, потому что его даже бы ночь держать где-то в отдельном месте, такого малюсенького, было бы очень жалко. Нашли ему семью. Дениска увозил его даже сам, потому что у них возможности не было приехать. И это, ну, я сейчас расскажу, все-таки это индусы. И они говорят, что такую радость давно уже не видели. Мальчик аж, говорит, вспотел, как он радовался котенку. Ну, в общем, все обрадовались, но мальчик особенно. Так что у нас happy end, хотя была очень такая гончий день, пока к врачу, пока найти, куда его. И, в общем, на этом я буду заканчивать. Желаю всем хорошего вечера. У нас сейчас вечер. До следующего раза. Пока. Дети притащили котенка. Нашли между домами на улице. Малюська еще. Вот что с ним делать? Конечно, надо принять.